Конструкторское бюро «Электромаш». Основное направление – разработка силовой электроники и различной приводной техники. Одна из последних разработок КБ «Электромаш» – это безредукторный электропривод дверей лифта, который способен работать в составе любых лифтовых балок с различной шириной дверного проема. Существенным преимуществом данной разработки является способность обучения для работы с любыми лифтовыми проемами. В конструкции электропривода применен бесколлекторный двигатель DS-56 производства Сарапульского электрогенераторного завода. Это современное промышленное предприятие относится к электротехнической промышленности. Его продуктовая специализация – авиационное электрооборудование, двигатели и генераторы гражданского назначения. Завод обладает значительным производственным потенциалом. Более 8500 единиц оборудования располагается на производственных площадях около 100 тысяч квадратных метров. Синхронный электродвигатель DS-56 мощностью 450 Вт для сети 220 Вольт при своих габаритах развивает на валу крутящий момент 18 ньютон-метров. Высокоточные токарные аппараты позволяют получить из прутка готовый вал электродвигателя DS-56. Установленные вертикальные центры для сверления отверстий, нарезания резьбы и фрезерования применяются для обработки щитов электродвигателя DS-56. Автоматизированные шаговые штампы позволяют получить на выходе готовые заготовки ротора и статора для их последующей сварки. Комплект специального автоматизированного намоточного оборудования позволяет изготовить статор электродвигателя DS-56 со стабильным качеством и при минимальных затратах. Производительная формовочная машина выполняет формование лобовых частей обмотки статора. Автоматический тестер контролирует электрические параметры обмотки статора на разных стадиях производства. Выполняет статический анализ брака. Производим работы по сборке печатных плат на современном импортном автоматическом оборудовании. От единичных экземпляров до мелких серий. Сборка односторонних, двусторонних, многослойных печатных плат. Установка SMD-компонентов от Chip 0201 до Fine Pitch QFP BGA 40 на 40 мм. Поверхностный монтаж. А также традиционный монтаж в отверстие. Установка и демонтаж всех типов корпусов, включая BGA, микро-BGA. Применяются высококачественные паяльные материалы фирм Multicore Indium. Работы по подготовке производства, изготовление трафаретов, проектирование плат для поверхностного монтажа, инспектирование собранных изделий с применением систем визуального контроля. Изготавливаем 3D-прототипы изделий из промышленных экологически чистых пластиков, аналоги ABS, PS, методом послойного выращивания из нити. Установка производства Stratasys, США. Простота технологии моделирования прототипов на установке позволяет затрачивать на их изготовление считанные часы, в зависимости от размера модели. После окончания процесса моделирования изделие можно практически сразу использовать. Разрабатываем математические 3D-модели SCAD заказчика, либо предоставленного чертежа. Электропривод дверей лифта производства конструкторского бюро «Электромаш» имеет ряд существенных преимуществ. Благодаря синхронному электродвигателю достигнут низкий уровень шума при работе лифтовой балки. Присутствует возможность тонкой регулировки и настройки различных параметров, скоростных характеристик, усилия открытия и реверса, временных интервалов и другие инженерные возможности. При необходимости к блоку управления может быть подключен световой барьер, который позволяет сработать режиму реверс без механического контакта двери лифта с телом человека. За счет применения бесколлекторного двигателя достигается длительная наработка на отказ и высокая износостойкость электропривода. Энергосберегающий режим работы устройства обеспечивается благодаря частотному управлению работы электродвигателя. Оно значительно увеличивает КПД и надежность привода, снижает тепловые потери и исключает многие механические компоненты в конструкции устройства. Предусмотрена защита по срабатыванию концевого выключателя от перегрузки, потоку и напряжению. Существенное преимущество устройства – полная гальваническая развязка системы управления от силовой части электропривода. Применение алгоритмов широтно-импульсной модуляции позволяет использовать в конструкции электропривода любой электродвигатель по желанию заказчика мощностью до 0,5 Вт. Выбранная частота импульсов регулируемой мощности 15 кГц позволяет избежать паразитных шумов. Блок имеет выносной сервисный прибор, удобный и интуитивно понятный интерфейс для сервисной настройки электропривода. Применение сервисного прибора позволяет проводить проверку работоспособности блока управления в составе лифтовой балки, а также тестировать привод на короткое замыкание и разрыв цепи электродвигателя. Режим обучения позволяет работать с различными размерами дверных проемов лифтовой кабины. Экономическая составляющая. Применение недешевого синхронного двигателя позволяет вовсе отказаться от редуктора, что значительно снижает себестоимость привода в целом.
работа устройства без редуктора приводит к уменьшению эксплуатационных затрат электропривода. Электропривод дверей лифта производства КБ «Электромаш» имеет более простую схему устройства по сравнению со своими конкурентными аналогами и, как следствие этого, более низкую конкурентную стоимость. Электропривод дверей лифта производства КБ «Электромаш» является альтернативным решением для замены приводов в любых лифтовых балках как отечественного, так и зарубежного производства.